вас. А вы без опознавательных знаков, без... Мы боимся наоборот. Это ваши люди. А вы верите точно? Да, я знаю. Ну, нашивок нету, Вы... У вас нет нашивок, вы откуда? Нет, какой вы просто нашивок? У вас нет нашивок, вы откуда? Не, ну а что это? Форма, что это? Кто эти люди? Кто это люди вообще? Непонятно. Ребята! Вечный огонь охраняет. Какое подразделение? Нет, так ну подождите, но так здесь не бывает. Ребят. Извините, такое же стало. Откуда вы? Нет, 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 нормально, мы их не будете. Что вы здесь делаете тогда? Пришли погулять. Гости пришли, все хорошо. Гости пришли, да? А у нас стол приканимает, извините, не угостим, ребят. А вы знаете, что закон запрещает маску тут в касках? Закон... Нет, согласно закону милиции, если вы представляете правоохранительный орган, у вас должна быть какая-то нашивка. Вы должны представиться. Если вы не работники милиции, тогда кто вы? Олег. Олег. Все понятно. Ребята, мы вас ждем, светаем.